В рамках проекта по социализации в Экибастузе прошел семинар для молодежи категории НИД. На базе 23-й школы спикеры практики провели обучение по правовой, финансовой и цифровой грамотности. Все мы знаем, что у нас есть в Казахстане, вообще во всем мире, доля НИД молодежи, которая нигде не учится, не работает, то есть не занимается, да, абсолютно свободно. Есть три категории доли НИД молодежи: переходные, основные и плавающие НИД. Сегодня мы работаем с молодежью из категории плавающие и переходные НИД. То есть это молодежь, которая закончила, бывает, колледж, да, среднее высшее учебное заведение, но еще не трудоустроилась и не перешла, допустим, не поступила на высшее. То есть они у нас переходные. Совместно с Центром развития молодежных инициатив города Экибастуз, молодежное общественное объединение Кинджи Кольжа Старе реализовывать данный проект по финансовой, правовой и цифровой грамотности молодежи. Что мы хотим этим проектом? Мы хотим, чтобы молодежь, которая ничем не занята, да, активно не работает, научилась новым навыкам, получила стимул к работе. То есть у них появилась какая-то мотивация для дальнейших действий. Охват молодежи у нас сегодня плановый 200 человек. Работаем в 6 аудиториях. Для реализации данного проекта привлечены тренеры международного уровня, которые работают у нас в Павлодаре, получившие знания и опыт, именно обучаясь за рубежом, в зарубежных странах. Ну, конечно, на следующий год хотелось бы расширить его еще больше, этот проект. Не просто обучение, а именно направить наши усилия на трудоустройство, на профессиональное самоопределение, чтобы доля НИД молодежи, если она сегодня у нас в Павлодарской области, допустим, 7 тысяч условно, чтобы она там на следующий год 3 тысячи стала. Чтобы мы конкретно убрали, снизили категорию доли НИД молодежи. Вот такая цель стоит, такая задача. Проектом планируется охватить 1000 молодых людей по всей Павлодарской области. По словам организаторов, как минимум 20 из них получат помощь в выборе своего направления, а также сопровождение по трудоустройству. Если вы являетесь безработной молодежью в возрасте до 29 лет и желаете обучиться по цифровой, правовой и финансовой грамотности, можете обратиться за консультацией в Центр развития молодежных инициатив по адресу Павлодарская, 10.